Уж кому-кому, а им энергии не занимать. В грамотном расходовании сил и энергоресурсов они, как никто другой, разбираются. Лопатами и граблями вооружились сотрудники Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. За благородный труд по очистке города от мусора после зимы взялись с энтузиазмом. За Минэнерго закреплен сквер около дома номер 2 на улице Дачная. Все территории будут приведены в порядок после зимней спячки. И это не говорит о том, что организация выходит один раз, убирается и больше не возвращается на территорию. Территорию будут приводить этапами в то надлежащее состояние, которое должно радовать глаз нас как жителей и гостей города. План работ немалый. В первую очередь необходимо разбить оставшиеся ледяные глыбы. После ворошения снега начнется следующий этап – расчистка газонов. Покраска деревьев и бордюрного камня – одна из завершающих задач. Инструментом спасибо обеспечили. Вот наши люди работают, значит, и лопатами, и граблями. Мешки были выданы, мусор аккуратно складируется, как вы видите. Вот, все, в общем-то, готово к погрузке. Все неравнодушные жители Самары могут также присоединиться к генеральной уборке. Любые вопросы об участии в благоустройстве города можно задать по телефонам горячей линии, которые работают во всех районах областной столицы. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События.